В эфире информационная программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этого дня расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. На пороге экологической катастрофы полигоном в Турлатове занялись сотрудники ФСБ. Новый жилищный скандал. Жители дома на улице Полетаева против большой застройки в их дворе. И полицейские продолжают изымать фанфурики в магазинах города. В Рязани разгорелся новый жилищный скандал. Жители сразу двух многоэтажек по улице Полетаева вышли на митинг против вырубки деревьев вдоль домов. Недавно прямо у них под окнами началась большая стройка. Площадку, на которой должен появиться новый жилой дом, за несколько дней обнесли деревянным забором, приступили к вырубке аллеи деревьев. Причем жильцы узнали об этом только после приезда строительных бригад. Анна Герцовская пыталась выяснить детали ситуации. Жители домов в районе улицы Полетаева в Горроще одними из последних узнали, что во дворе у них вместо детского садика, который примерно 20 лет назад закрылся и позднее превратился в институт, теперь появится 12-этажный дом с подземной парковкой. То есть машин будет, тут будет сплошная у нас трасса. У нас район тихий, спокойный, здесь садики, это первое. Пенсионеры все живут. Дайте детям садик, дайте школу или что-то, сделайте детям, старикам сделайте хотя бы спортивную площадку. Негде детям гулять. Ранее неподалеку были построены новые дома. Застройщики обещали организовать общие детские площадки для всех жителей. Не только у одной девятиэтажки, но вот и у второй большой. Там нет вообще никакой площадки. И вот они с детками ходят, приходят пока вот сюда. Так что дети играют во дворах старых жилых домов. Местные жители удивляются, почему этот бывший детский садик не пытаются восстановить, сделать из него хотя бы ясли, чтобы улучшить ситуацию с обеспечением местами детей в дошкольных учреждениях. Ведь, как известно, с двухлетними детьми эта проблема остается открытой. И, конечно, все собравшиеся недовольны вырубкой деревьев, особенно 8 огромных елей. Год назван, президентом назван, год экологии. Экология, но какая же это экология, если на наших глазах без нашего спроса выпиливается такое количество хороших деревьев, теперь мы беспокоимся о судьбе этих голубых елей, и никому это не волнует, это никого. Но как же это такое? А почему не спрашивают с нас? Мы что, здесь не люди? Именно с вырубки деревьев началась подготовка площадки к строительству нового дома. Бензопилы заработали вечером в понедельник. Это и привлекло внимание местных жителей. На месте у подрядчика нам удалось выяснить подробности. Вот разрешение строительства выдано администрации города Рязани. Какого числа выдано? 30 декабря 2016 года. 20 января жители собрали подписи, чтобы отнести их своему депутату с тем, чтобы установить, правомерно ли это строительство, и сделать все возможное, чтобы остановить процесс. Примечательно то, что спиливались деревья прямо на фоне приемной депутата Худякова Романа Евгеньевича. По совместительству он, к слову, председатель комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам и член комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству. Точно так же, как вы. Я хочу понять, во-первых, что здесь будет строиться, во-вторых, законность этого строительства. Спустя некоторое время среди собравшихся появился и представитель рязанской фирмы-застройщика «Комфортное жилье». В ту счастливую минуту, когда встретились все стороны, их представители отправились на переговоры в приемную депутата. У нас в первую очередь, конечно, задачи ни с кем ссориться нет. У нас задача, начатое нами, довести до конца, но и, соответственно, что-то сделать для города. Застройщик заверил, что благоустроит не только свою, но и муниципальную территорию, организует пешеходные дорожки, будут посажены деревья. Мы для себя четко приняли решение, что мы такие же ели посадим на нашем земельном участке, и со временем они тоже вырастут. Договоренности с администрацией обязаны были быть, потому что непосредственно, несмотря на то, что ели эти растут на вашей частной территории, компенсационная выставка должна была быть. Поэтому, если она будет, я имею в виду не ваши слова, а договоренности, закрепленные договором с администрацией, мы должны увидеть. Как случилось, что до начала строительства вопрос с елями, липами и тополями не обсуждался, неизвестно. Мнение жителей также никто не спросил. Но одно уже точно понятно, что после этой встречи представителям власти, горожанам и строителям нужно будет продолжать взаимодействовать. Ведь вряд ли процесс строительства нового жилого комплекса бизнес-стандарта под названием «Горожанин» будет остановлен.
Несмотря на протесты экологов, возмущение общественности и решение судов, деятельность полигона в поселке Турлатово никогда полностью не прекращалась. Сейчас, по данным активистов Общероссийского народного фронта, здесь незаконно проходит утилизация отработанной серной кислоты. Но угрозу экологии всего региона, которую несет с собой захоронение на полигоне опасных отходов, обратили внимание сотрудники ФСБ. Они совместно с природоохранной прокуратурой и Росприроднадзором взяли здесь пробы с сточной воды, грунта и воздуха. История с накопительной площадкой промышленных отходов в районе Турлатова длится уже с 2011 года. В 2013 областной суд постановил, что утилизация и хранение каких-либо отходов здесь запрещена. Между тем, экологи продолжают фиксировать попадание химических отходов в реку Листвянку. Речь идет об обследовании территории бывшего завода «Химволокно». С инспекции на территорию бывших очистных сооружений завода отправилась комиссия, в которую входят правоохранители, надзорные органы, представители Общероссийской народного фронта. Именно последние обратились в природоохранную прокуратуру Рязанской области, Росприроднадзор и руководство региона с просьбой закрыть полигон рискованных отходов в Турлатове. Ежедневно сюда прибывает от 5 до 15 большегрузов с аварийно опасными химическими веществами. Каждый день сюда ходят машины, привозят серную кислоту, концентрированную, отработанную 77%. Это второй класс опасности. Можете посмотреть на карте Google, ну, или Яндекс, или вот съемки с квадрокоптера. Там в 50 метрах в одной канал – это исток реки Листвянка. Массивный забор, колючая проволока и камеры видеонаблюдения. Объект надежно защищен от посторонних. Но с высоты птичьего полета отлично видно, что происходит по ту сторону высокого забора. Не, ну дорога наезжена больше. Вот сейчас я вам покажу. Справа от этих ванночек. Здесь вот... что-то выбрасывают и по ходу разравнивают. Результаты проб воды, воздуха и почвы с полигона промышленных отходов будут известны не раньше, чем через 10 дней. Нарушения природоохранного законодательства здесь фиксировали не раз. С 2009 года на полигон незаконно было завезено более 1000 тонн пестицидов, ядохимикатов и нефтепродуктов. Все проведенные отборы проб подтверждали, что полигон наносит колоссальный экологический урон окружающей среде. И для никого не секрет, что от деятельности Турлатовского полигона страдает огромнейшее количество людей. Марина Комиссарова, Алена Куклева, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Сегодня в областном суде огласили приговор по громкому делу, расстрелявшим грибников рязанцам. В преступлении обвиняются трое – отец и двое сыновей. Трагедия произошла в июле прошлого года. Напомню ту страшную историю Галина Ершова. Рязанский областной суд наконец вынес решение по делу о расстрелянных грибниках. В июле 2015 года супруги случайно забрели на принадлежащий Мураду Акджиеву и двум его сыновьям участок конопли, за что получили несколько пуль. Мурат, расстрелявший супружескую пару, признан виновным и приговорен к 23 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 130 тысяч рублей. Его старший сын получил 5 лет колонии за незаконное лишение свободы, а младший – 4 года условно за пособничество в незаконном культивировании наркотиков. Счет компенсации морального вреда в пользу потерпевших суд взыскал с Акджаева Мурада 2 миллиона 900 тысяч рублей и 1 миллион 460 574 рубля. С Акджаева Асимана 345 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде Российской Федерации. Напомним, что трагедия произошла 22 июля 2015 года. Супружеская пара отправилась собирать грибы, однако забрела на плантацию конопли. Охранявшие ее мужчины вместе с сыном связали беззащитных людей, заставили их спуститься в заранее вырытую яму и застрелили. Тела накрыли деревянным щитом и засыпали грунтом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Женщине удалось выжить. Через 2 дня ее обнаружили местные жители. Придя в сознание, она смогла описать преступников. На коллегию МВД России по Рязанской области подвели итоги работы за прошлый год. Общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 8%. Отметили улучшение уровня раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. По этому показателю рязанская полиция занимает 3-е место в Центральном федеральном округе.
Сегодня сотрудники полиции подвели итоги своей работы за прошедший год. Это сделали на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. О качестве их работы говорят цифры. Так, 60% горожан считают, что жизнь стала безопаснее. Для сравнения, в 2015 году так считали лишь 50% рязанцев. Также в регионе на 12% уменьшилось число тяжких преступлений и на 6% в средней степени тяжести. Примечательно, что за прошедший год судом не вынесено ни одного оправдательного приговора. А это значит, что полицейские действительно хорошо делают свою работу. Вам не просто будет в следующем году, по одной простой причине, потому что год от года вы добиваетесь приличных результатов, и находиться на лидирующих позициях достаточно сложно. Всегда речь идет. Но я уверен, что вы наработали такой потенциал, понимание, доверие граждан. Положительная динамика наблюдается во всех сферах. Так, сотрудники полиции продолжают вести активную борьбу с производством и распространением опасных веществ. В прошлом году было изъято 232 килограмма наркотиков и их аналогов и 80 тонн нелегального алкоголя. Прекрасные результаты показали и сотрудники ГАИ. В 2016 году они выявили 1 200 000 нарушений, что в два раза больше, чем в 2015. Также по статистике в городе стало на 40% меньше ДТП и на 12% уменьшилось число пострадавших. Это активная совместная работа ГИБДД и структурных подразделений правительства, внедрение системы фото- и видеофиксации, улучшение качества дорожного покрытия, установка тросовых ограждений, освещение населенных пунктов, обустройство пешеходных переходов, упорядочение грузоперевода, перевозок и ряд других мер. Улучшение показателей не осталось без внимания. Самым талантливым сотрудникам сегодня вручили медали и памятные подарки. А трое лучших получили особые награды по указу президента страны Владимира Путина. Как-то я еще не осознал это волнение. Не ожидал. Это дело было в апреле, уже прошло время, и вдруг такой сюрприз. Надеемся, что в текущем году сотрудники полиции смогут удержать и поднять ту высокую планку профессиональных достижений, которую они поставили в прошедшем 2016 году. Из-за массового отравления людей спиртосодержащей жидкостью боярышник в Иркутской области проверки участились по всей стране. Региональный Роспотребнадзор продолжает бороться с продажей этого опасного напитка. Так, у рязанских предпринимателей изъяли более 15 литров спиртосодержащих настоек. Волна утихла, но профилактика и оперативная работа продолжается. Торговцы фанфуриками, именно так называют боярышник на сленге, ушли в глубокое подполье, говорят в Роспотребнадзоре. Впрочем, звонки с жалобами поступают в дежурную часть нередко. В Роспотребнадзоре действует горячая линия. Не отреагировать на это просто вот не могу. Когда вот в родном моем районе вижу, что люди покупают эту продукцию. Так что, пожалуйста, примите вот меры. Спасибо за звонок. Мы обязательно отреагируем и немедленно проверим вашу информацию. Более 300 торговых точек за 3 недели проверил рязанский Роспотребнадзор на наличие на прилавках спиртосодержащей непищевой продукции. Запрет на продажу действует по всей России с 26 декабря. Ввели его после массового отравления жителей Иркутска спиртосодержащими настойками. Тогда погибло более 70 человек. В Рязанской области фунфурики обнаружены у 14 предпринимателей. В результате наших действий снято с реализации около 15 литров вот этой спиртосодержащей непищевой продукции. На 94 продукции наложен арест. Алкоголь надо продавать в магазине. Лекарственные спиртосодержащие продукцию надо продавать в аптеках. Этот запрет уже принес положительные результаты. И хотя в Рязани пока не зарегистрировано ни одного случая смерти или массового отравления спиртосодержащими жидкостями, рейды профилактики будут продолжаться. Поэтому рязанцам рекомендуют обо всех фактах незаконной торговли или распространения контрафактного алкоголя немедленно сообщать в полицию или Роспотребнадзор. Во дворе одного из домов на Касимовском шоссе появился настоящий каток. Его сделали не местные власти и не депутаты, а активные родители. В народе он уже получил название «Папа может». Ведь все работы от расчистки территории до восстановления освещения провели собственными силами. Подробности далее. Золотые руки и довольные дети. В Дашково-Песочне на конечной 20-го автобуса появился каток. Его сделали местные жители. В течение 2 недель каждый вечер инициативная группа из 8 пап после работы выходила на улицу, чтобы порадовать жены детей благоустроенной площадкой. Но результат превзошел все ожидания. За месяц своего существования каток стал центром культурной и спортивной жизни района. А что больше всего нравится делать? Ну, кататься. Одна катаешься или с кем-то? Ну, с мамой и с папой.
папой, до Вены как-нибудь, на коньках. Приходят люди с соседних дворов также. Ой, у вас тут каток. Приходили ребята, 15-летние, которые вот катали здесь. Ой, здесь вообще, здесь классно, здесь офигенно. Ну, мы сами рады. Нам тоже очень приятно, когда к нам подходят люди и говорят «Спасибо вам большое». В народе каток уже получил символическое название «Папа может». Место для него выбрали не случайно. Больше 30 лет назад здесь уже была прекрасная хоккейная коробка, но годы ее не пощадили. После перестройки от нее остался только бурьян и электрические столбы, а в разбитых плафонах поселились птицы. Родители пробовали обращаться к местным властям, но бумажная волокита отняла много времени и сил, а результата не принесла. Тогда за дело взялись папы. Они расчистили территорию от снега и из шланга залили ее холодной водой. Мы заливали в районе 2 недель. Потихонечку. Не то, что сразу там налили, там пытались выравнивать. Чистили постоянно, проливали. Проливаем маловато, конечно. Побольше бы поливать было. Потому что толщина льда на самом деле еще не такая, какая должна быть. 4 сантиметра, наверное, да? Не больше. А так вроде как читали в интернете, это от 10 должна быть. Уличное освещение тоже восстановили сами. Один из пап оказался электриком. Вместе с сыном они закупили необходимые провода, поменяли разбитые лампочки, перебрали начинку у неработающих плафонов, и произошло чудо. Электричество провели из дома, подключив провода к общедомовому счетчику. Радости детей нет предела, ведь их двор стал одним из немногих, где можно гулять и играть в вечернее время при хорошем освещении. На проведение всех работ ушло около 12 тысяч рублей, но останавливаться на достигнутом папы не готовы. Вообще хотим, чтобы была она полноценная, была она с бортами, была она футбол, там даже баскетбольные кольца поставить детям. Потому что даже дети приходят и говорят, ну что, было бы, мы бы ходили бы. Сейчас они надеются на помощь властей, потому что боятся, что собственных сил на дальнейшее облагораживание может не хватить. И, конечно, ждут таких же энтузиастов. В данный момент каток открыт для всех желающих, как взрослых, так и детей. Он расположен во дворе дома номер 52 на Касимовском шоссе. Территория позволяет кататься на коньках, играть в хоккей и просто весело проводить время. На этом все. Завтра подведем итоги этой недели. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня.